Всем привет! С вами я. И сегодня я покажу свой старый телефон, на котором я снимал видосики. А старый канал я не скажу. Вот такой аккумулятор. У меня такой же телефон, только не разбитый и с улучшенной версией. То есть камера HD лучше. Записывает хорошо. Как мне кажется. А на Новый год вас ждет сюрприз. У меня будет новая камера, новое освещение и новое приложение, через которое буду монтировать. Значит, это будет полупрофессиональный монтаж. Конечно, я буду брать уроки монтажа. И взорвем петарды на Новый год. Вот мое освещение, две лампы. Еще плюс эта лампа. Получается вот так светло. То, что можно прочитать, например, не вижу ничего. Leon Battery Capacity двоеточие. Так далее. Вот моя поставка для телефона. Когда у меня будет видеокамера, мне надо будет делать новую. Потому что она будет толстая, не будет сюда влезать никак. А так влезает. Так телефон влезает. Вот, это лимон. Вот так я и ставлю подставку. Вроде ровно. Вот так я ставлю, настраиваю. Настраиваю как-то телефон. Вот так, когда выше захотел, что будет мое видное лицо. И мой рабочий стол. Когда у меня появятся деньги, я сразу же куплю штору, чтобы здесь сделать фон шторы. Композицию из друзей мы будем делать. Видите, темно без этих обесветлений. А раньше я как-то снимал. Например, посмотрите мое первое видео, как я снимал. Вообще освещения не было. Вообще, я вам говорю. Освещения не было. Меня было не видно, некачественно. Видео было. Я даже не знаю, как набралось 7 лайков. О, сообщение прошло. А, это новое видео. Ну, окей. С вами был я. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте про 25 лайков. Я буду Ой, какие 25 лайков? Подписчиков. Я буду вам рад очень сильно. И когда у меня только наберется 500 просмотров, у меня не засчитываются просмотры. Меня 500 людей посмотрели. Ну и удачи всем, пока. 50 подписчиков и 50 подписчиков, и у нас будет полная композиция. Я буду снимать очень качественное видео на примере Мамикса. Ну так. Удачи, пока, с вами был я. Это много видео, 3 минуты уже занял. Удачи, пока, с вами был я. Пока.